Заявление на участие в едином государственном экзамене в этом году школьники Подмосковья могут подать до 1 февраля. Об этом сообщает местный портал РИАМА, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства образования Московской области. В заявлении школьники должны указать предметы, по которым планируют сдавать экзамены. Их количество определяет сам выпускник. Кроме того, для получения аттестата ученикам необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. По остальным предметам школьник экзаменуется по выбору, с учетом требований выбранного вуза. Также стоит отметить, что 11-классники должны зарегистрироваться для сдачи единого государственного экзамена в своих школах, а выпускники прошлых лет могут подать заявление в муниципальных органах управления образованием. После 1 февраля заявление будет принято только по рассмотрению специальной комиссии при наличии уважительной причины. Напомним, в 2018 году досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной с 28 мая по 2 июля. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.